Ребята, всем доброе утро. Всем доброе утро. Мы приехали на Пионерский проспект, как вы уже поняли, по песку. Тут вдоль такие моря, у нас волны, вдоль моря прогуляться. Мы замерзли, как цуцики, честно. Ветер ледяной. Я не знаю, сейчас все идут обратно с пляжа, несмотря на то, что сейчас утро. Дети все замерзшие, синие. Я не знаю, прям вообще какая-то холодрыга сейчас. Да, особенно я здесь. Ветер сильный. Ветер. А завтра что сильнее передают? Ветра сильные, 2 дня будут. Ой, еще он такой ледяной. Хорошо, мы Сашке это взяли, вот эту такую курточку без рукавов. Она говорит, оденьте мне, мне холодно. А волны сегодня сильные. Вчера-то видели, да, когда мы гуляли по центральной набережной, они такие были небольшие. Сегодня еще сильнее. Красные флаги. Ну, море красивое сегодня. Посмотрите, какой цвет потрясающий у моря. Да, красота. Все, сейчас будет ветер в камеру задувать. Подойду поближе. Я хочу поближе подойти, Саша. Папа, ты сейчас промокнешь. Все. Ой. Ой-ой-ой. Затекает. Я быстро побежала. Ой, ребята. Что-то как-то холодно. Я не знаю, холодно. Есть люди, которые только-только приехали, судя по тому, что они беленькие, пошли на пляж, взяли надувные круги. Я не знаю, купаться все равно сейчас, видите, как нельзя, волны, тем более с надувными плавсредствами. Так и не пойдешь в воду, она холодная. Так, ну пойдемте по Пионерскому тогда гулять, тут холодно, мы сейчас замерзнем. Конечно, пойдем пройдем так. Сашка вон вся уже жухалась. Да, пойдем, сейчас обратно вернемся. И прогуляемся уже по Пионерскому, потому что здесь такой. Мы с вами сейчас еще раз прогуляемся. Как в прошлый раз мы дошли до Феи 3. Надо посмотреть будет. До Феи 3 сколько мы прошли. А, давайте засечем, интересно. Давай. Сейчас я тут ходьбу дошли, поставлю. Правда. Так, ходьба на улице. Все, на старт. 3, 2, 1. Поехали. Посмотрим, сколько мы проходим. Пойду от тебя домой. Люди так же, как и мы, пошли тоже гулять. Море косметики, море лечит, 100% натурал. Пойдем, Зай. Может, зайти мне посмотреть? Держи, я хочу посмотреть. Зайти. Ходите пока здесь, походите, я зайду. Что тут интересно такое за косметика? Маска. Интересно, это что все тут? Краснодар, смотрите. Крем для лица. Иду мимо и колюсь. Смотрите, какие тут юки. Да, они острые. Очень острые. Сейчас опять вот так вот шла, вот так вот рукой махнула. Руками надо меньше махать. И опять укололась. На солнышке прям начало печь и тепло. Солнышко хорошо. Да. Ну тут тоже хорошо погулять. На море все-таки ветер сильный. Мы опять пришли в лесочек. Мини-лес на Пионерском проспекте. Мне написали, что это детский лагерь бывший. Действительно был. Интересно было, конечно, почитать, что сейчас продается эта территория. Вот это? Угу. Ну, гостиничный комплекс, наверное, какой-нибудь сделать, если кто-то выкупит. Я ничего в магазине косметики, кстати, не купила. Вот, зашла, посмотрела. Там, во-первых, продавец была занята. А во-вторых, не знаю.
что брать. Хотела какую-то маску, может быть, увлажняющую. Я спросила ее, она мне показала для сухой кожи. Я говорю, у меня жирная кожа, и у меня там еще потом человек 3-4 человека налетели. Я уж не стала ждать, ушли. Думаю, стоять там. Я как-то покупала крема в такой вот палатке. Ну, давно уже. Мне не понравились. Не знаю, напишите, брали вы или нет. Если брали, может быть, какой-то тоже посоветуйте. Крем, маску. Тоже что-нибудь возьму, куплю попробовать. Вообще, я люблю отбеливающие крема для лица. Он гоняет как. Полетела машина. 40, да, разрешенная скорость. Явно там было не 40. Нас вчера, кстати, милиционер остановил. Мы ехали, возвращались из центра. Дмитрий Владимирович, вы пили? Признайтесь. Признайтесь честно. Вам же будет легче. Вам же будет легче. Вот, что-то Дима там мурыжил его, мурыжил. А, отпустили. Не получилось. Причем, знаете, стояли рядом вот прям с Гаргипией. Мы уже прям практически до поворота доезжали до своего. Нет, нас останавливали еще в этом, да, в ДОДО. Да. А, в ДОДО, да. То же самое было. Да. Пили, не пили там. Да. У них одна песня. Да, у меня в Москве тут, наверное, тоже все пьют, я не знаю, раз они, нет, у них вот это прям. Мне кажется, пили, у них у всех одна песня, потому что в Москве то же самое спрашивают. Один раз меня один и тот же человек два раза останавливал. Первый раз остановил, тоже мы с ним так стояли, пил, не пил. Говорю, да не пил, я не пил. Давай выпьем. Я говорю, я на работу еду там туда-сюда. Я говорю, вообще не пью. Пил, не пил. Потом второй раз меня уже, наверное, через неделю останавливает. Узнал меня такой, а, не езжай. Пил. Сразу узнал такой, да, ваши документы, а. Вспомнил. Да, все. Это не пьющий. Ты, наверное, единственный не пьющий, поэтому он тебя запомнил. Наверное, да. Пил? Один раз меня в Москве остановили и заставили пройти комиссию. Там рядом сразу стояла такая карета скорой помощи. Туда заходишь. Они дают какой-то... А, они дают это самое... Стаканчик, ты писаешь туда. И они ужас, сразу... Да, по они... Полной, да, по день по полной программе. Да, и они, короче, сразу прям это... Да, какие-то, наверное, наркологические. Они просто меня остановили, когда, говорит, последний раз пил. Я говорю, на Новый год. Они такие, ладно, пойдем. Ну, тогда пойдем. Ну, тогда пойдем. Пойдем тут за угол, у нас там все стоит. Да, да. Я говорю, ну, пойдемте, без меня, без вопросов пойдем. Просто времени жалко было. Мы завернули походить по рыночкам. Посмотреть, что тут есть, что продается. Какие-нибудь сувенирчики глянуть. Это самое, знаете, что магниты, шкатулочки, чашки. Наши. Что будем брать-то, Дим? А? Что брать-то? Надо что-то покупать. Игрушки. Полотенца вафельные. Вафельные хорошие полотенца. Главное, чтобы они не линяли. А то постираешь потом с одеждой. И все. И выбрасываешь. Так, специи. Да, сейчас посмотрим специи. Ну, тут их так и немного. Царская. Орешки. К морю приближаемся, да, там море? Да. И сразу ветер дует, значит. Дофигивайся. Так, а тут, кстати, тоже помидоры недорогие. Мы по 110 брали. Тут по 190 рублей, 60 рублей. Персики по 130. Это арбузы желтые. Полотенце мы уже брали, покупали на подарки. Рыба парикмахерская. Ух ты, ну, дальше. Да, у нас есть напротив Гаргипи магазин сувениры. Там цены очень демократичные. Нужно тоже туда заглянуть будет. Сашулька, что тебе понравилось? Смотрите, какие делают композиции из ракушек.
Ух ты, мне нравятся ложечки. Смотри. Ложки, нет. Вилки, да. Мне тоже такие нравятся. Ракушечки. Прикольно, это она вот такая вот. Ага. Мама, а мне нравится. По 200 рублей вот эти вот ложечки. Вот это мне нравится. Ложечка, где шляпы с песочком и дельфиночек. Вот это? Да. Ага. Понятно, кто тут. Ракушки. А мне еще одна ракушка понравилась. Также мыло. Лучшему тренеру 2022. Слушай. Шумит? Да. Ну все, клади, пойдем. Лебеди. Так, ребята, мы опять решили выйти к морю. Но тут, конечно, ветер. Музыка играет, кто-то там прыгает, ребенок какой-то. Мы сейчас прошлись по палаткам, смотрим, стоим там. Я приправы смотрю, ко мне продавщица подходит и говорит: вина, коньяк, чача. Я говорю: Дима, я говорю, может, я похожа на алкашку. Почему-то она мне только это предложила. Ну, баги. Баги, да? А вон, видишь, наверное, по пескам катаются. Купание запрещено. А мы сейчас вдоль моря пройдем к своему джибетинскому проезду. Не плавай, пожалуйста. Смотрите, как далеко тут волны уходили. Намыто. Обожаю. Обожаю море. Прям мягкий-мягкий такой. Ну да, смотри, снег практически никто не купается. Ой, как вода играет красиво на солнце. Переливисто. Сейчас хорошо ракушки собирать. Будет выбрасывать рапанчиков разных. Что-нибудь такое можно красивое подыскать. Впереди Анапа. Ребята, все-таки как красиво. Море, облачка такие. И волны. И море такое бирюзовое. Тоже красивое, да, море? А, да, очень красивое. Вот так тоже прогуляться вдоль. Вообще кайф. Море всегда красиво. Каждый раз разное. Да, но разное. Столько медуз здесь маленьких лежит, они уже все высохли, растаяли. Штормом выбрасывают. Да? Ну зачем, слушай? Ой, смотрите, как приближается. Отбегаем. Видите, вон она течет, затекает. Смотрите, что я нашла. Рапанчик. Можно помыть будет. Интересно. Погодка сегодня супер. Все равно погода радует. Да? Тепло, скоро, правда, ветерочек, конечно, а так море красивое. В Москве уже такая хорошая осень наступила. У нас еще пока держится. Да. Лето. Здесь на солнышке очень тепло. Я Диме рассказываю, как в сказке Дюймовочка мы будем уезжать. Помните, она, когда замуж за крота выходила, она говорит: а можно мне солнышком попрощаться? Это вот так же мы будем уезжать из Анапы. Прощай, солнце ясное. Да уж. Потому что, ну, в Москве, знаете, солнечные дни, это раз-два. Будем плакать. Плакать будем уезжать, да? Будем плакать, да. Особенно я. Что, приедем? Что, будете плакать? Так что... Да.
не все, квартиры есть, да, не все, есть куда приехать. Не все горы еще пройдены. Да. Не все маршруты стоптаны. Да. Было, а сейчас вот нормально. Кофточку можно одеть и гулять? На солнце вообще, конечно, сразу прям припекает так хорошо. Надеюсь, что слышно. А то, знаете, я когда сажусь монтировать, мы так пишем. Вроде ветер и ветер, но мы что-то рассказываем. Сядешь монтировать, там говоришь, там думаешь, да, волна, и начинаешь все это вырезать. Так, ладно, ребятки. Сейчас уже движемся по направлению к своей машине. Сейчас надо еще дойти до Джеметинского проезда. Мы далеко ушли достаточно. Вот. И поедем тогда домой. Сколько мы погуляли? Ну, мы недолго гуляли. Часика два. Сейчас по часам смотрю. Но гуляли аппетит. Я есть хочу, я не могу. Я здесь только... У меня только тут два варианта. Либо спать, либо есть. Я нахожусь, нанюхаюсь этих запахов, прихожу домой голодная, я не знаю, как волк. Потом поешь и спать хочется. Когда как? Когда получается поспать, когда нет. Иногда дел много, пока там приготовишь, пока сям уберешься, вообще не получается. А иногда можно и вздремнуть спокойно, Сашуль положиться и с ней тоже. Смотрите, сколько облачков таких красивых появилось. Вот шли-шли, вроде немного было, а вот здесь вот как-то так много стало. Но солнышко все равно еще вон пробивается. Думаешь, меня там накроет, а? Да. Стоимость проката лежака весь день 300 рублей. Кто-то мне написал, а кому они уже нужны, эти лежаки? За 300 рублей тоже никому не нужны. Иди. Все лежаки уже стопочкой убраны. Смотрите, какие. Ух ты, посмотри, какие тучи. Смотрите, ребят. Вы видите эту черноту? Это надвигается на нас. Так вот. А мы убегаем от нее. Нам главное, знаете что, до машины добежать. Успеем добежать до канадской границы? Надеюсь, она на боком как-то идет. Вон она. Так, мы уже уходим с детской площадки. Ребят, у нас вот так вот день прошел. Приехали домой, покушали, позанимались делами. Я даже поспать успела минут 40, пока Сашка спала. Вот, прошлись, прогулялись, в магазин сходили. Сейчас вот на детской площадке сейчас Сашка повисит, и мы пойдем. Ветер какой у нас холодный. Завтра ветер сильный, обещаю. Да, и сейчас просто тоже ветер холодный. Ну, чувствуется, я смотрел, 6 метров в секунду был ветер очень сильный. Угу. Ну, так не очень, конечно. Комфортно, когда ты одетый, вот, ну, тогда комфортно. Вот этот ветер, конечно, такой. Да. Вот днем было хорошо, когда ветер не прям припекало так нормально солнышко. Ну, сейчас такая, да, в Анапе погода, мне кажется, будет. Утром прохладно, днем жарко, вечером холодно. Ну, то есть это вот их погода такая осенняя. Ну, да. Я думаю, что да, должно быть. Будем на сегодня с вами, ребята, тогда прощаться. Всем спасибо за просмотр. До скорых встреч. Всем пока-пока. Пока-пока.